Это было мое четвертое путешествие на Кавказ. Там, высоко в горах на границе Адыгеи и Краснодарского края, за труднопроходимыми горными тропами спрятана настоящая жемчужина Западного Кавказа – природный парк Большой Тхач. Реликтовые леса здесь сменяются альпийскими лугами, а удивительные горы образуют с одной стороны скальные обрывы, а с другой – склоны, укрытые цветущим разнотравьем. Центром парка являются причудливые вершины Большого и Малого Тхача. Но цель моего путешествия в этот раз были не снимки этих гор. Судьба мне все время не давала шанс сфотографировать невероятно красивое цветение рододендронов Кавказа. Итак, мы с Димой успешно прошли таможню в украинско-русскую, никаких проблем, и двигаемся в сторону Кавказа. Проехал 1031 километр проехал первый Есть. Раз в жизни за один присест. Салам алейкум. Ждем, пока краски еще подкрасит немножко небо. И дождь, да, будет это? Да. Вот то цыгане, да? Плюс один и дождь, это вообще бомба просто.